Неблагоприятной с точки зрения распространения вирусной инфекции может стать оттепель, которая уже сегодня начинается в центральных регионах России. Циклон настиг запад и северо-запад страны. Телеснег прошел в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. А столбики термометров поползли вверх и приблизились к нулю. Потепление почувствовалось в Смоленской, Тверской, Брянской и Московской областях. В столице температура воздуха меняется с невероятной скоростью, уже около нуля. А еще накануне вечером было минус 9. А в четверг в Москве потеплеет до плюс 3. В воскресенье ожидается до плюс 6. Сегодня активные атмосферные фронты окажут влияние на погоду большинства центральных областей. Пройдет снег в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской областях. Мокрый снег, ожидается гололед и усилится ветер. На западе центрального региона возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха в течение дня резко повысится до нуля. И такая теплая погода продержится дней 10 до конца января и в первой пятидневке февраля. Все это будет сопровождаться усилением ветра до 16 метров в секунду, туманами, гололедицей и зачастую обильными осадками. Несколько часов не прекращался этой ночью снег в столичном регионе. Из-за этого в московских воздушных гаванях было отменено около 100 рейсов. Сложная ситуация на дорогах. ГИБДД призывают водителей быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.